Здравствуйте! Вас приветствует сайт «Доктор Вент». Тема сегодняшнего ролика – гидравлический расчет трубопроводов. Для того, чтобы успешно освоить тему гидравлического расчета трубопроводов, вам необходимо знать некоторые основы, которые были изложены в предыдущих видеоблогах. Давление в системах вентиляции, тепловая мощность, теплоноситель в системах отопления, потери давления при движении теплоносителя. Если данные вопросы вам знакомы, двигаемся дальше. Какова цель гидравлического расчета? Ну, ответ очевиден – выбрать подходящий стандартный диаметр трубопровода. Самый главный вопрос – какой диаметр будем считать стандартным, подходящим и по каким критериям будем его выбирать. На данном слайде приведена последовательность стандартного гидравлического расчета. Зная тепловую мощность и температурный перепад теплоносителя, мы определяем его расход. Для стандартного диаметра трубы, который мы выбираем произвольно, определяется скорость движения теплоносителя в этой трубе. По скорости движения считаем число Рейнольдса, выбираем формулу для расчета коэффициента гидравлического трения, и зная этот коэффициент, мы рассчитываем потери давления по длине и потери давления в местных сопротивлениях. Итак, если нам известно требуемая тепловая мощность, которую нужно перепадать, и перепад температур на входе и выходе, например, в радиатор, то расход воды можно определить по вот этой вот формуле. Если вы используете не воду, а другой теплоноситель, то вместо 4,19 ставится теплоемкость нужного вам теплоносителя. Итак, в нашем примере количество тепла 13,4 кВт, перепад температур 30 градусов, и мы получаем, что расход теплоносителя составляет 0,107 кг в секунду. Дальше определим скорость движения теплоносителя. Плотность теплоносителя в нашем примере примем 978 кг на метр в кубе, а диаметр выберем из стандартного модельного ряда трубопроводов. Например, в этом примере мы принимаем диаметр 27,1 мм. Это внутренний диаметр трубопровода. Подставив значение формул, получаем скорость движения теплоносителя 0,189 метров в секунду. Определяем число Рейнольдса. Для этого по табличке нам необходимо еще взять значение кинематической вязкости. В частности, вот в нашем случае для воды кинематическая вязкость будет составлять 4,79 на 10 минус 7 метр квадратных секунду. И подставляете значение в формулу, получаем число Рейнольдса 10696, и это значительно больше, чем 2300, поэтому для дальнейших расчетов коэффициента гидравлического сопротивления будет использоваться формула Кальбрука. Вообще, в большинстве случаев при расчетах систем отопления, теплоснабжения, хладоснабжения мы имеем дело с диаметрами трубопровода порядка 15-65 мм. И поэтому у нас всегда получаются устойчивые турбулентные режимы течения с числом Рейнольдса более чем 2300. Значит, для оценки коэффициента гидравлического сопротивления используем формулу Кальбрука. И в этой формуле нам известны все величины, кроме эквивалентной шероховатости. Это справочная величина. Для стальных труб она принимается в диапазоне от 0,2 до 0,4 мм, для труб из металлопластика в районе 0,01-0,005, и для медных труб 0,11 мм. Значит, формула содержит искомую величину альфа как в правой, так и в левой части уравнения, поэтому решать такое уравнение мы будем методом итераций. И в первом приближении принимаем значение альфа 0,4. Выполняя несколько последовательных приближений, мы достаточно быстро за 2-3 итерации достигаем желаемой точности 0,1%, что более чем достаточно для выполнения инженерных расчетов. И теперь, зная нашу величину альфа, мы можем рассчитать значение потерь по длине. Если длина участка в данном примере 5,4 метра, подставив эти значения в формулу, мы получаем, что сопротивление такого участка составит 139 паскалей. А если нам еще известна величина коэффициента местных сопротивлений,
то мы можем также рассчитать и его. В данном примере при коэффициенте местных сопротивлений 4 потери давления составляют 69,8 паскаля. Таким образом, суммарные потери на нашем участке 209 паскалей. Вот, в принципе, и все, что требуется сделать при выполнении гидравлического расчета. А теперь, как же определить, будет ли выбранный при расчете диаметр трубопровода подходящим или нет? Здесь используются два критерия. Первое – это скорость движения теплоносителя, потому что, конечно, слишком большая скорость может привести к повышенному уровню шума. Однако для труб отопления диаметрами 15-50 метров этот критерий не так актуален. Гораздо важнее является значение удельных потерь по длине трубопровода, которую мы как раз и рассчитывали. Конечно, эта величина тоже связана со скоростью, но зависимость нелинейная, и поэтому скорость не может быть в данном случае критерием выбора трубопровода. Как правило, считается, что удельные потери на трение по длине не должны превышать 150 паскалей на метр. И поверьте, если ваши трубы выполняют вот это условие, никаких проблем с шумом в трубопроводах не возникнет. Итак, целью гидравлического расчета трубопроводов будет выбор стандартного диаметра, при котором для заданного количества передаваемого тепла удельные потери по длине будут менее 150 паскаль на метр. И теперь вы знаете, как рассчитать ваш трубопровод. Для быстрых оценочных расчетов я сделал табличку, которая позволяет определить требуемый диаметр трубопровода, исходя из критерия удельного перепада давления 150 паскалей. На данном слайде представлена табличка для легких водогазопроводных труб при температуре 70 градусов. Для других температур жидкости цифры, конечно, будут немножко отличаться, но это не критичные отличия. Допустим, нам известно, что перепад составляет 20 градусов Цельсия, и требуется передать 20 кВт тепла. Для заданного температурного перепада находим ближайшее большее значение 21,8 кВт, которое соответствует номинальному диаметру трубопровода 25. Также мы видим, что скорость движения теплоносителя максимальная в таком трубопроводе будет 0,44 метра в секунду, расход теплоносителя 940 кг в час. Аналогичная табличка есть и для металлопластиковых труб, также рассчитанная по критерию 150 паскалей. И обратите внимание, что типоразмер металлопластиковых труб значительно отличается от стальных труб. И, например, если мы возьмем трубу номинального диаметра 20 мм, металлопластиковую, ее внутренний диаметр будет 14,4 мм. И даже при перепаде в 30 градусов через такую трубу можно передать всего лишь 7,5 кВт тепла. Если же мы вернемся к стальным трубам, для номинального диаметра 20 внутренний диаметр трубопровода составит 21,8 мм. И такая труба позволяет передать практически в два раза больше 16,8 кВт тепла. Поэтому нужно учитывать вот это различие. Вот и все, спасибо. Здравствуйте, добро пожаловать в CSI Plant. Цель этого видео – познакомить вас с некоторыми основными возможностями CSI Plant и показать, чем наша программа отличается от других программ для расчета трубопроводов, представленных на рынке в настоящий момент. А первой темой, которую мы затронем, будет процесс рисования труб. Компания CSI потратила много времени на разработку интуитивно понятной системы рисования, похожей на чертежную систему CAD. Она позволяет легко нарисовать трубопроводы даже самой сложной геометрии. Для начала давайте нарисуем трубу вдоль положительного направления оси X. Одной из важнейших особенностей CSI Plant является способ обработки различных сопряжений труб, таких как отводы, тройники и переходы. Вместо того, чтобы работать с элементами чертежа, линиями и кривыми, мы работаем сразу с компонентами, задающими геометрию будущего трубопровода. Например, если сейчас мы начертим трубу вдоль положительного направления оси Y, программа автоматически распознает изменение направления потока и в требуемом месте разместит отвод. В форме «Нарисовать сегмент трубы» мы видим поля для автоотвода, автоперехода и автотройника.
Здесь задаются свойства, с помощью которых CSI Plant автоматически определяет, какие требования должны выполняться при использовании этих типов сопряжений. Например, если мы поменяем радиус сопряжения на значение в 3 диаметра и нарисуем трубу вдоль положительного направления оси X, программа автоматически применит выбранный радиус закругления при рисовании отвода. Рассмотрим еще один интересный пример. Если мы переключимся на значение в 5 номинальных диаметров и нарисуем участок трубы, который будет слишком коротким для такого радиуса закругления, то программа автоматически распознает, что для его размещения не хватает места, предупредит вас об этом, а затем отменит ваше последнее действие, предложив вам поменять размер закругления текущего участка трубопровода. То же самое и с тройниками. Например, если мы нарисуем трубу вдоль положительной оси X, а затем нарисуем другую трубу с этой точки вдоль отрицательного направления оси Y, то программа автоматически определит ответвление и создаст в требуемом месте тройник, основываясь на заданных параметрах автотройника. CSI Plant позволяет создавать трубы не только из пересечений линий сетки осей, но и из произвольных точек. Например, если мы начнем рисовать из середины существующей трубы до этой точки пересечения осей, то программа автоматически определит новое ответвление и разместит на этом месте тройник, основываясь на параметрах геометрии трубопровода. Также это работает и с переходами. Например, перейдем в меню «Назначить», «Сечение трубы», создадим новый размер трубы, скажем, на 600 мм больше предыдущего. Затем создадим новый набор свойств, которые используют это сечение. Нарисуем вдоль положительного направления оси X новую линию трубопровода с этим набором свойств. Как мы видим, программа автоматически определила изменение размера трубы и разместила в требуемом месте переход. Помимо труб и их составляющих, CSI Plant также предлагает широкий спектр опор. Процесс рисования опор очень прост. После открытия формы рисования опор мы можем нажать в модели на любую точку на сетке осей или на любое место как на прямых участках существующих труб, так и на закруглениях. Когда мы передвигаем курсор вдоль трубы, программа показывает нам расстояние, отсчитываемое от предыдущей точки, и мы можем щелкнуть в любом месте, чтобы нарисовать опору. Также мы можем вручную с клавиатуры указать любое значение, чтобы разместить опору в заданном месте. Например, если мы введем значение 3,3 метра и нажмем Enter, то опора появится на указанном расстоянии от предыдущей точки. Как уже говорилось ранее, программа предлагает широкий спектр типов опор, включая мертвые опоры, направляющие, линейные и вертикальные упоры, подвески, демпфирующие устройства, пружинные подвески и подвески постоянного усилия. Как упоминалось ранее, опоры можно разместить не только на прямых участках труб, но и на отводах. Например, во время движения курсора вдоль отвода вы можете видеть на экране проценты, которые отображают привязку в долях от длины дуги. Опять же, для создания опоры мы можем щелкнуть в любом месте дуги или ввести значение процентов вручную. Например, введем 45%. Помимо опор в CSI Plant также можно задать фланцы или задвижки. Создавать фланцы и задвижки очень просто. Они могут быть нарисованы в любой точке пересечения линий сетки осей или в любой точке существующего объекта. Программа автоматически определит, достаточно ли места для такого элемента и предупредит вас, если его недостаточно. При рисовании фланца можно указать не только его параметры, но и где фланец будет размещаться – со стороны I, со стороны J или с обеих сторон. Это делает рисование объектов, таких как фланцы, предельно простым. Например, если мы укажем в свойствах рисования фланца только с этой стороны, назначим смещение относительно начальной точки и щелкнем по G-той стороне существующего отвода, то программа автоматически создаст отвод на фланцах. CSI Plant позволяет работать не только в 3D, но и в 2D виде. Если мы перейдем на 2D вид, откроем меню рисования, то сможем свободно рисовать трубопровод на плане. Также здесь можно рисовать задвижки, фланцы и любые типы опор. А сейчас давайте поговорим о нескольких дополнительных возможностях рисования в CSI Plant. Функции, которые мы сейчас рассмотрим, могут быть знакомы пользователям программ для расчета трубопроводов, и первое из них – это контекстное меню. Контекстные меню открываются при нажатии определенных клавиш с клавиатуры. В них содержится набор дополнительных горячих клавиш, которые позволяют быстро работать практически с любыми функциями CSI Plant.
Клавиша I отвечает за вставку элементов, R – за рисование, A – за назначение элементов и F – за приложение силы. Как только вы начнете использовать эти горячие клавиши, процесс рисования труб станет очень быстрым и эффективным. Например, мы можем использовать комбинацию клавиш R и Q, чтобы нарисовать трубу, а затем ввести комбинацию A и A, чтобы назначить мертвые опоры в выбранных точках. Чтобы нарисовать направляющий, можно использовать комбинацию R и G, а чтобы приложить нагрузку от давления F и R. Следующее, о чем хотелось бы поговорить, это меню «Вставка». Если выделить какой-либо существующий узел, а затем перейти в меню «Вставить» сегмент трубы, то откроется форма, в которой можно задать множество различных параметров вставки. Мы можем вставить какие угодно элементы – узлы, трубы, фланцы, задвижки, опоры и одноузловые вставки. CSI Plant предлагает три различных способа вставки элементов. Первый способ – смещение, величина которого задается от выбранного вами местоположения. CSI Plant позволяет производить вставку элементов относительно нескольких точек одновременно. Второй способ называется «вдоль длины». В нем направление рисования новой трубы определяется, исходя из направления предыдущей. Последний способ называется «из начала координат». В нем отсчет ведется от начала координат модели. Давайте выберем способ смещения и введем значение 1,5 метра вдоль положительного направления оси X. И когда мы нажмем Enter, то увидим, что участок трубы был нарисован автоматически, а способ вставки изменился на «вдоль длины». Также, например, мы можем нарисовать три направляющих вдоль длины трубы через каждые 1,8 метров от выбранной точки. А сейчас давайте поговорим еще об одной отличительной особенности CSI Plant – о рисовании наклонных участков труб. Для начала нарисуем прямой участок трубы длиной 1,8 метра. Теперь для того, чтобы нарисовать наклонный участок, переключимся на способ вставки смещения и зададим 1,5 метра в направлении оси X и 0,9 метров в направлении оси Z. Нажмем Enter. Видим, что на экране появилась наклонная труба, а способ вставки переключился обратно на вдоль длины. Программа также легко позволяет рисовать и наклонные опоры. Например, нарисуем три направляющих через каждые 1,8 метра от выбранной точки. Как мы видим, на наклонном участке трубы опоры автоматически выровнялись под тем же углом, что и труба. Еще один способ рисования – ввод значений с клавиатуры. Например, если мы откроем форму «Нарисовать трубу» и щелкнем на пустом месте модели, то сможем вводить значение координат узлов с клавиатуры. К примеру, введем 0,0,0 и начнем рисовать из начала координат модели. Если нам нужно нарисовать трубу вдоль положительного направления оси X, то введем с клавиатуры 3,0,0 и на заданном отрезке появится участок трубы. Если вместо этого мы привяжемся к какому-либо объекту, будь то узел, труба или что-то еще, то для дальнейшего построения будет автоматически применен способ вставки смещения. Например, чтобы нарисовать участок трубы вертикально вниз, введем с клавиатуры 0,0,-3, и труба автоматически удлинится от заданной точки вниз на 3 метра. Сочетание этих четырех различных методик рисования позволит вам с легкостью выстраивать даже самую сложную геометрию трубопровода в CSI Plant. Теперь давайте поговорим о типах расчетов, реализованных в CSI Plant. Перейдем в меню «Задать», «Расчеты» и увидим список уже заданных расчетов. В настоящее время в CSI Plant доступны линейные и нелинейные статические расчеты, сочетание усилий, модальные расчеты с использованием собственных векторов и векторов Ритца, расчеты по спектру реакции, расчеты на устойчивость, линейные и нелинейные расчеты во временной области. Также стоит отметить, что в CSI Plant реализована возможность задавать последовательность расчетов. Например, в данном случае у нас есть расчет на гравитационную нагрузку, соответствующий запуску работы трубопровода в условиях внешней среды. Этот расчет последовательно переходит в расчет с температурой и давлением и в итоге на расчет shutdown, отвечающий за отключение системы, в ходе которого трубопровод вернется обратно в условия внешней среды. Если мы посмотрим на наш трубопровод, то увидим, что с обеих его сторон установлены мертвые опоры, а вдоль всей длины расположены вертикальные упоры. Упоры установлены таким образом, чтобы не допускать перемещений трубопровода вниз, но допускать его перемещения вверх и поперечные перемещения. Кроме того, вертикальные упоры настроены так, что при любом удлинении трубопровода в них возникает трение, которое противоположно направлению этого удлинения. Если посмотреть на опорные реакции, возникающие в этой мертвой опоре при расчете shutdown и при расчете на гравитационную нагрузку, то можно увидеть влияние последовательного приложения нагрузки к системе на результат расчета. При расчете на гравитационную нагрузку реакция в мертвой опоре по оси X приблизительно равна нулю, в
то время как эта же реакция при расчете shutdown равна приблизительно 107 кН. Если бы мы не задали последовательность приложения нагрузки, то эта реакция была бы потеряна и не учтена при дальнейших расчетах. Помимо рассмотренных случаев, CSI Plant позволяет производить расчеты с учетом геометрической нелинейности третьего порядка, а также анализ устойчивости системы. Еще одной отличительной особенностью CSI Plant является возможность производить совместный расчет элементов модели. Чтобы проиллюстрировать, как это работает, давайте нарисуем простую модель трубопровода. Для начала нарисуем трубу вдоль положительного направления оси X. Затем нарисуем простую портальную раму. Назначим на концах трубы мертвые опоры. Зададим опорные связи стержням рамы. И нарисуем направляющую на данном участке трубопровода. Если бы мы сейчас запустили модель на расчет, то эти две системы работали бы отдельно друг от друга, не оказывая никакого взаимного влияния. Однако CSI Plant позволяет очень легко устанавливать связи между опорами и другими элементами. Чтобы это сделать, перейдем в меню «Назначить», «Опоры», «Соединения». CSI Plant предлагает три различных метода соединения элементов, первый из которых по кратчайшему расстоянию. Если мы выберем нашу опору и горизонтальный стержень рамы и нажмем «Применить», то программа автоматически найдет кратчайшее расстояние между этими двумя элементами, создаст узел в этом месте и проведет к нему связь. Если сейчас запустить модель на расчет, то мы увидим, что эти две системы взаимодействуют друг с другом. CSI Plant позволяет с легкостью определить силу, возникающую в опоре, чтобы оценить, насколько сильно одна система влияет на другую. Следующий метод называется ID-точки. Этот метод можно применять, когда вы точно знаете, в каком узле соединяются ваши элементы. Например, если мы хотим присоединить опору конкретно к этому узлу рамы, то мы можем выделить опору и узел, затем нажать кнопку «Назначить выбранную точку» и нажать «Применить». Последний, самый действенный метод называется поиск. Этот метод позволяет выбрать, какие элементы вы хотите включить в поиск, будь то трубы или стержни, а также установить минимальное и максимальное расстояние поиска и его направление. Например, если мы выберем эту опору и этот стержневой элемент рамы, нажмем «Применить», то они автоматически соединятся между собой. Однако во время тестирования этой функции мы часто сталкивались с тем, что конструктивная схема трубопровода не в точности соответствует реальной схеме. Чтобы исправить это, мы добавили функцию, которая называется «Изменить расположение опоры». Если этот флажок установлен, то CSI Plant автоматически выровняет опору, чтобы она находилась на одной линии с соединяемым объектом. Если для перемещения опоры недостаточно свободного пространства, то CSI Plant предупредит вас об этом и отменит операцию. А теперь давайте рассмотрим более сложный случай. Представим, что перед вами стоит задача – определить влияние системы трубопроводов на систему поддерживающих конструкций. Мы подготовили две модели – одну в CSI Plant, а другую в SAP-2000. CSI Plant и SAP-2000 имеют тесную связку с использованием API-интерфейса, которая позволяет полностью импортировать модели SAP-2000 и объединять их с существующими моделями CSI Plant. Для того, чтобы это сделать, перейдем в меню «Правка», «Добавить из модели SAP-2000» и выберем заранее подготовленный файл. Сейчас CSI Plant запустит SAP-2000 через API и преобразует модель SAP-2000 в эквивалентную модель CSI Plant. Конвертация модели предполагает, что импортируется не только геометрия, но и все нагрузки, материалы, расчеты, информация по сечениям, функции. В общем, все, что позволит получить полноценную конструктивную модель в CSI Plant. Последним этапом импорта является объединение двух моделей. В открывшейся форме есть вкладка, в которой можно задать параметры автоматического соединения опор. Принцип соединения аналогичен методу, который мы рассматривали чуть ранее. Здесь мы можем выбрать минимальное и максимальное расстояние, а также направление поиска для каждого из типов опор. Когда мы нажмем «Ок», CSI Plant объединит обе модели и автоматически соединит опоры трубопровода с элементами поддерживающей конструкции в соответствии с параметрами автоматического соединения. Давайте отключим видимость узлов для более удобного восприятия модели. Если мы приблизим нашу модель, то сможем увидеть, что все опоры трубопроводов были соединены с элементами поддерживающей конструкции. Теперь все готово для совместного расчета. Как уже говорилось ранее, CSI Plant позволяет без труда определить силы, возникающие в опорах, чтобы понять, насколько сильно системы влияют друг на друга.
Теперь перед нами встает вопрос, как передать полученные результаты инженеру-конструктору. Конечно, можно воспользоваться экспортом данных из таблиц CSI Plant в Excel, а затем отправить полученный файл инженеру-конструктору, чтобы он вручную перенес полученные силы в модель SAP-2000. Однако, как показывает практика, это очень трудоемкий и подверженный ошибкам процесс. Чтобы решить эту проблему, CSI Plant предлагает воспользоваться формой задания на экспорт реакции опор. В открывшейся форме мы можем выбрать любое количество расчетов, которые мы хотим экспортировать SAP-2000. Например, выберем гравитационный расчет. Также здесь можно ограничить экспорт определенными размерами труб, отдельными участками трубопровода и даже отдельными опорами. Давайте перейдем в меню «Анализ», «Экспортировать реакции опор» и снова выберем модель SAP-2000, чтобы экспортировать вычисленные реакции опор обратно в эту модель. Для этого CSI Plant запускает SAP-2000 через API и анализирует модель CSI Plant на наличие опор трубопроводов, соединенных с элементами поддерживающей конструкции, а затем ищет эти структурные элементы в SAP-2000 и прикладывает к ним нагрузку, равную найденной опорной реакции из объединенной модели. Если сейчас открыть модель SAP-2000 и включить видимость узлов, то мы увидим, что помимо уже существующих появились новые узлы. Если мы нажмем правой кнопкой мыши на один из них и перейдем на вкладку «Нагрузки», то увидим, что к узлу приложена нагрузка, эквивалентная опорной реакции, найденной при совместном расчете в CSI Plant. Теперь давайте поговорим о процессе проектирования в CSI Plant. В настоящее время в программе реализованы стандарты ASME.NET B31.1 и B31.3 2016 года, а также возможен учет коэффициентов гибкости по стандарту B31G. Одной из основных особенностей CSI Plant является возможность одновременно запускать несколько вариантов проектирования. Откроем меню «Проектирование», «Задание на проектирование». Как мы видим, в открывшейся форме можно одновременно выбрать сколько угодно вариантов проектирования для одной и той же модели. Каждый вариант имеет собственный независимый набор требований. Вы можете указать, какие конкретно объекты нужно включить в проектирование. Это могут быть как отдельные участки труб, так и отдельные трубопроводы. Например, в первом случае у нас указан стандарт B31.3, учитывающий коэффициенты гибкости также по B31.3, а во втором случае стандарт B31.3, учитывающий коэффициенты гибкости по B31G. Программа одновременно анализирует все наборы требований, чтобы у вас была возможность сравнить результаты, полученные при разных вариантах проектирования. Результаты проектирования можно вывести не только в табличной форме, но и в форме отчета, который можно настроить согласно вашим требованиям. Вы можете сами выбирать, какие элементы включить в отчет, а какие нет. Как и в других программах для расчета трубопроводов, в CSI Plant есть возможность устанавливать размеры податливых подвесок. При использовании функции вариантного проектирования размер каждого подвеса может быть настроен согласно вашим требованиям. Для этого необходимо для каждого варианта проектирования задать максимальное отклонение от первоначального размера. Для каждой подвески это отклонение может быть уникальным в каждом из вариантов проектирования. Кроме того, при заданных условиях любая мертвая опора или труба могут быть освобождены по какой-либо степени свободы. После того, как CSI Plant подберет новые размеры подвесок, вы сможете просмотреть их и выбрать тот, который лучше всего удовлетворяет вашим требованиям. Выбранные размеры будут использоваться при последующих расчетах и проектировании. Спасибо за внимание! Более подробную информацию о продукте, а также дополнительные видеоролики, посвященные CSI Plant, вы сможете найти на нашем сайте www.csiamerica.com. Мы продолжаем курс лекций по процессам аппаратов химической технологии. И после того, как мы рассмотрели, каким образом может быть найден потерянный напор, нужно рассмотреть гидравлический расчет трубопроводов и понять, какие задачи мы при этом можем ставить и как они решаются. И прежде чем рассматривать расчет трубопроводов, нужно провести их классификацию именно с точки зрения расчета. В этом случае трубопроводы можно разделить на две большие группы. Это простые трубопроводы и трубопроводы сложные. Простые трубопроводы могут содержать трубы одного диаметра, могут содержать трубы нескольких диаметров, но их характерная особенность состоит в том, что расход через любую ветку нашей гидравлической системы, нашего гидравлического трубопровода, он у нас одинаков. То есть, что
То есть, что, допустим, мы вот здесь, что вот здесь, что вот здесь. У нас одинаковые расходы также здесь. То есть, и в этом диаметре расход одинаковый, и в этом диаметре расход одинаковый, и в этой ветке тоже расходы у нас абсолютно одинаковые. И существуют сложные трубопроводы, в которых расход по веткам у нас может меняться. Это связано с тем, что у нас есть ветвление трубопроводов, и, соответственно, часть жидкости будет уходить по другим веткам. То есть здесь мы можем разделить это разветвленные трубопроводы. Это трубопроводы с параллельным соединением, причем этих веток может быть достаточно много. Это достаточно сложный кольцевой трубопровод. То есть это, скажем, трубопровод, в принципе, аналогичный параллельному соединению. Единственное, здесь существуют еще отводы жидкости на самих параллельных ветках. И есть трубопровод с непрерывной раздачей расхода по пути. То есть такая схема часто применяется в различных аппаратах с орошением. То есть здесь тоже у нас здесь есть один расход. Соответственно, часть расхода уходит, то есть часть жидкости уходит при непрерывной раздаче. Здесь у нас будет совершенно другой расход. Так вот, эта классификация важна нам потому, что для каждого такого трубопровода существует своя методика расчета. Мы их немножко коснемся. Давайте пока рассмотрим простые трубопроводы. Почему мы достаточно подробно рассматриваем простой трубопровод? Дело в том, что, во-первых, любой сложный трубопровод состоит из набора простых. Это во-первых. И во-вторых, на примере простого трубопровода достаточно просто показать основные задачи, которые у нас возникают при этом расчете. И прежде чем говорить о расчете простого трубопровода, давайте вспомним основные уравнения, которые мы будем для этого применять. В первую очередь это уравнение Бернули. Я напоминаю, что уравнение Бернули всегда записывается для двух сечений. То есть у нас есть одно сечение, есть второе сечение. То есть мы записываем полный напор одного сечения. То есть вот он. Затем записываем полный напор второго сечения. И для реальных жидкостей приписываем некий потерянный напор, который, напоминаю, состоит из путевых потерь и потерь на местное сопротивление. Второе уравнение, которое мы с вами будем применять, это уравнение неразрывности. Оно позволяет нам, зная расход, определить среднюю скорость в различных сечениях, то есть сечениях, которые могут иметь разные поперечные размеры. А данная средняя скорость, я напоминаю, она входит в формулы для расчета наших путевых, то есть наших потерь дельта H1,2. Ну и третья формула, которую мы с вами будем применять, это целый блок формул. Это формула для расчета потери напора. То есть мы их с вами рассматривали. То есть это уравнение Дарси и Вейсбаха и уравнение для потерь напора местных сопротивлений. Значит, второй вопрос, который нужно затронуть до того, как мы начнем рассматривать расчет простого трубопровода, это характерные особенности записи уравнений Бернули для различных сечений. Эти характерные особенности позволяют нам очень сильно упростить задачу и привести конечное решение в достаточно простой вид. Значит, первое это то, что скоростью на свободной поверхности емкостей мы будем пренебрегать. Это связано с тем, что поперечное сечение емкости на один или даже на два порядка больше диаметра трубопровода. А соответственно скорости у нас обратно пропорционально характерным размерам в квадрате. И это означает, что скорости на поверхности наших больших емкостей будут пренебрежимо малы. Это действительно так, и пренебрежение этими скоростями не вносит сколь-нибудь больших погрешностей в наш расчет. Вторая особенность состоит в том, что все расчеты мы будем с вами вести в относительном давлении. Ну, за исключением одного-двух случаев, но о них мы всегда будем говорить отдельно. Значит, и так как мы расчет ведем в относительном давлении, то атмосферное давление в этой системе координат у нас равняется нулю. То есть везде, где у нас наш поток будет соприкасаться с атмосферой, мы будем вводить упрощение, что давление и, соответственно, пиезометрический напор в данном сечении у нас будет равен нулю. Ну, это возможно в двух случаях. Либо это открытая емкость, то есть как показано
вот здесь вот, то есть открытая емкость, либо это вытекание струи в атмосферу. Значит, ну и третья особенность, это если у нас есть на схеме насос, то как местное сопротивление мы его не считаем. То есть, да, в насосе у нас может происходить деформация потока, повороты потока, однако вся эта, все эти потери будут входить в гидравлический КПД насоса, о чем мы с вами будем позднее говорить. Ну и теперь давайте приступим непосредственно к разбору расчетов. Ну, я нарисовал простейшую схему. То есть в нашей гидравлической сети у нас есть емкость. То есть у нас есть емкость, которая расположена на определенной высоте. И из него выходит трубопровод. И вытекание, то есть жидкость вытекает в атмосферу. Значит, в первую очередь, что мы должны сделать? Это выбрать характерные сечения. Характерные сечения всегда выбираются так, чтобы можно было в дальнейшем задачу упростить. Ну, в данном случае мы выбрали сечение 0,0. Оно у нас совпадает с поверхностью нашего бака. И сечение 1,1. То есть это сечение совпадает с выходом жидкости из трубопровода. Дальше мы должны с вами записать основное уравнение для любых гидравлических расчетов. Это уравнение Бернули. То есть мы его и записываем. То есть записываем полный напор первого сечения. Дальше записываем полный напор второго сечения и расписываем потерянный напор между этими двумя сечениями. Мы его сразу разбиваем на наши составляющие, то есть это потери по длине трубы и потери на местное сопротивление. В данном случае таких потерь у нас будет 3. То есть это вход, то есть это вход в трубу, это поворот и это некое запорное устройство. Очень часто в виде местного сопротивления у нас встречается также и выход из трубы. Но выход из трубы будет считаться только в том случае, если жидкость будет втекать в другой большой бак или в большую емкость. То есть, когда жидкость вытекает из трубопровода просто в атмосферу, в этом случае местный, то есть в этом случае поток или то есть в этом случае наш поток не претерпевает деформаций и, соответственно, как местное сопротивление он считаться не будет. Ну, кроме того, кроме всего прочего, для записи геометрических напоров мы должны с вами выбрать плоскость сравнения. Чаще всего плоскость сравнения выбирается таким образом, чтобы она проходила через одно из сечений. Ну, в данном случае мы поступили немножко по-другому. То есть вот наша плоскость сравнения, от которой мы будем отсчитывать геометрический напор первого сечения и геометрический напор второго сечения. Ну, в данном случае нулевого и первого. Так вот, дальше мы вспоминаем об особенностях расчета, о которых мы с вами говорили. То есть первое, это мы пренебрегаем скоростью на поверхности бака, то есть вот этой составляющей. Дальше мы говорим о том, что здесь жидкость соприкасается с атмосферой, соответственно, давление тоже равно нулю. Жидкость вытекает, опять-таки, в атмосферу, то есть эта величина тоже равна нулю. Значит, ну, соответственно, вот величина z0 и z1, величина z0 и z1, она видна из рисунка. Значит, в результате данных упрощений мы получим, то есть можем вычислить нашу потребную высоту h, то есть для того, чтобы жидкость текла с определенной скоростью. Значит, вот наше упрощение, о которых я только что говорил. И в результате получаем вот такое вот уравнение. То есть мы с вами получили уравнение, теперь нужно подумать о том, что мы из него можем найти. Здесь я могу выделить три основные задачи по тому, что у нас заранее неизвестно. Первое, это нам необходимо найти напор H, когда я знаю длину труб, диаметр труб и расход через систему. Вторая задача, когда я знаю длину труб, диаметр труб, я знаю напор H. Я знаю высоту h, и мне необходимо найти расход через систему. И третья задача, когда мне известна длина, известен напор, известен расход, и необходимо найти диаметр трубопровода, который обеспечит заданный расход
при заданных условиях. Значит, первая поставленная нами задача называется прямой задачей гидравлики. Остальные, вторая и третья, называются обратными задачами гидравлики. Почему они так называются? То есть станет понятно, когда мы с вами рассмотрим то, каким образом эти задачи решаются. Вот давайте рассмотрим методики решения этих задач. Значит, задача номер один. Решается достаточно просто путем использования того уравнения, которое мы с вами вывели. То есть из расхода мы достаточно просто можем определить скорость, потому что диаметр нам известен, длина нам известна, диаметр нам известен, коэффициент гидравлического сопротивления мы можем легко определить, потому что число Рейнольдса мы тоже знаем, диаметр знаем, соответственно, относительную шероховатость нам тоже известна. Все коэффициенты местного сопротивления легко определяются из справочников. Соответственно, искомая величина H находится методом прямого расчета. Именно поэтому первый тип задачи называется прямая задача гидравлики. Значит, что касается второй задачи, то расписав скорость через расход, через уравнение неразрывности, я напоминаю, что V с точкой, у нас равняется средняя скорость умножить на диаметр. То есть умножить, вернее, на площадь поперечного сечения пи d в квадрате, деленное на 4. Так вот, соответственно, подставляя вот это вот сюда, мы можем решить данное уравнение относительно неизвестной нам величины. В данном случае, напоминаю, во второй задаче неизвестной величиной является расход. Однако при решении такой задачи у нас возникает проблема, потому что и эта проблема заключается в расчете коэффициента лямбда. Так вот, обычно как мы находим коэффициент лямбда? То есть у нас есть расход, из расхода мы определяем скорость, из скорости мы определяем число Рейнольдса. Зная число Рейнольдса и относительную шероховатость, мы определяем коэффициент лямбда. Соответственно, выбираем формулу, соответствующую гидравлическому режиму, и определяем коэффициент лямбда. Здесь же такой последовательности у нас не получается, потому что заранее расход мы не знаем. И поэтому расчет должен вестись в обратной последовательности. Именно поэтому эта задача и относится к обратной задаче гидравлики. И решается обычно она методом подбора. То есть мы задаемся неким режимом гидравлического сопротивления, считаем коэффициент лямбда. Дальше определяем по формуле расход, считаем скорость, считаем число Рейнольдса и проверяем коэффициент лямбда. Если он у нас сильно различается с тем, что мы приняли, мы берем новый коэффициент лямбда, снова считаем расход и снова делаем проверку. То есть задача решается методом последовательных приближений. И поэтому, собственно, называется, напоминаю, обратной задачей гидравлики. Потому что мы решаем задачу от обратного. И третий тип задачи, то есть когда необходимо найти диаметр трубопровода. Здесь задача еще усложняется тем, что мы заранее не знаем диаметр. То есть вот этот диаметр мы заранее не знаем. А выразить его напрямую из этого уравнения мы не можем, потому что диаметр ходит и сюда, собственно, и вот сюда, также завуалированно, напоминаю, он входит и сюда. Поэтому обычно задача решается следующим образом. То есть берется несколько разных диаметров, соответственно определяется скорость, считается коэффициент лямбда, находится расход, который соответствует этому диаметру. Потом берется другой диаметр, опять проводится расчет, определяется расход, соответствующий этому диаметру, и рисуется вот такой вот график. Единственное, здесь диаметр у нас откладывается по оси Y, расход откладывается по оси X. Хотя расчет велся в обратном последовательности. И дальше просто у нас берется какой-то заданный диаметр, поднимается до кривой и определяется, собственно, наш диаметр искомый, который соответствует решению нашей третьей задачи. Значит, напоминаю, что первая задача прямая, потому что она решается напрямую.
и никаких проблем из себя обычно не представляет. Вторая и третья задача называются обратными задачами гидравлики, потому что для их решения приходится немножко переворачивать схему расчета коэффициента лямбда. Это что касается простых трубопроводов. Давайте теперь немножко поговорим о расчете сложных трубопроводов. Значит, ну, во-первых, для каждого типа трубопровода у нас существует своя разработанная методика расчета. Скажем, разветвляющийся трубопровод считается по одной методике, параллельное соединение трубопроводов считается по другой методике. Трубопровод с непрерывной раздачей жидкости по сети, там существует третья методика. То есть таким образом обычно считают при ручном расчете. То есть когда мы считаем без применения ЭВМ и каких-то компьютерных программ, то берется для каждого типа, напоминает трубопровода, своя методика, все это считается, потом все это сводится в едино. Однако существует и общий подход к решению данной задачи. Он основан на так называемой задаче о трех резервуарах и на балансовых уравнениях. Ну, вот здесь вот я привел картинку, которая соответствует задаче о трех резервуарах. Задача достаточно нетривиальная. Значит, у нас, то есть смысл задачи стоит в том, что у нас есть точка О, в которой стекается жидкость, которая подходит к трубопроводу, которые соединены с тремя разными резервуарами, в каждой из которых у нас есть своя высота жидкости и существует свое давление. Так вот, значит, нам требуется определить, куда же потечет жидкость. То есть жидкость может течь, скажем, вверх по трубопроводу, то есть вниз по трубопроводу. В принципе, она может также и течь вверх по трубопроводу, в зависимости от соотношения наших давлений и наших высот. Так вот, эта задача о трех резервуарах, она тоже имеет свое решение. И второе, это так называемое балансовое уравнение. Смысл балансового уравнения состоит в том, что если у нас есть точка ветвления, то есть это означает, что сколько жидкости в точку вошло, столько жидкости из нее и должно вычесть. То есть, соответственно, это так называемое балансовое уравнение. И если мы запишем балансовое уравнение для каждого из наших ветвлений, плюс для каждого из наших ветвлений мы применим задачи о трех резервуарах. А здесь я напоминаю, что как бы в точку всегда входит минимум, то есть при ветвлении у нас всегда есть минимум три ветки. Ну, может быть усложнено и в принципе четыре ветки. Соответственно, мы применяем для каждой из наших точек ветвления балансовое уравнение и задачи о трех резервуарах. И если рассматривать нашу гидравлическую сеть таким образом, то можно получить набор уравнений, которых достаточно для нахождения всех наших неизвестных. Однако, естественно, вручную так никто не считает. Таким образом, расчет ведется в большом количестве компьютерных программ, которые для этого предназначены, специализированных компьютерных программ. Однако, более подробное рассмотрение этих вопросов за рамки нашего курса выходит. То есть, ну, кому интересно, вводные сведения я дал, то есть можно будет посмотреть. Нас же будет интересовать еще одна с вами задача. Это определение оптимального диаметра трубопровода. Дело в том, что при постановке задачи на расчет трубопроводов чаще всего бывает задана только одна величина. Это расход жидкости через систему, а не диаметра трубопровода, не потребного напора нам не задается. И нам нужно каким-то образом найти диаметр трубопроводов, чтобы он был каким-то оптимальным с какой-то точки зрения. Ну, давайте рассмотрим, как это делается. Значит, ну, здесь вот приведены уравнения. Я начну немножко от обратного. У нас есть, скажем так, потери, то есть количество энергии, которое нам необходимо для перемещения жидкости по нашему трубопроводу. Значит, это количество энергии переводится в количество электричества и, соответственно, в деньги. То есть мощность электродвигателя, которая нам требуется для вращения нашей гидравлической машины, которая будет осуществлять перемещение жидкости, то есть насоса, считается вот по этой формуле. Значит, мощность для перемещения потока жидкости
может быть посчитана вот по такой формуле. Ну, мы ее более подробно чуть попозже рассмотрим. Дело в том, что вот это весовой расход, это напор системы. Напоминаю, что напор — это энергия, отнесенная к единице веса жидкости. И если я энергию, отнесенную к единице веса жидкости, умножаю на вес жидкости, я получаю энергию в единицу времени. Энергия в единицу времени — это, напоминаю, мощность. Дальше будем рассматривать потребный напор. То есть его можно определить из гидравлического расчета системы. То есть это разница геометрических напоров начала и конца трубопроводов плюс местные потери. А вот местные потери у нас обычно зависят от диаметра трубопровода. То есть вот смотрите, в случае турбулентного режима это зависимость, то есть обратная зависимость от диаметра в пятой степени. Для ламинарного случая это зависимость от диаметра в четвертой степени. Это, в принципе, можно получить, если рассмотреть те уравнения, которые мы с вами записывали. То есть смотрите, что у нас получается. Что чем меньше диаметр трубопровода, тем более высокая будет скорость движения по трубопроводу, и тем, соответственно, большие потери на выходе мы будем получать. То есть и тем больше энергии, а соответственно и больше денег мы должны будем затратить на перемещение нашей жидкости. Однако уменьшение диаметра трубопровода, однако, то есть если исходя, если смотреть только исходя с этой точки зрения, то есть нам нужно выбирать более большой диаметр трубопровода. Однако более большой диаметр трубопровода приводит к тому, что у нас растут капитальные затраты на построение нашего трубопровода. Это причем связано не столько даже со стоимостью трубы, но хотя и с этим тоже понятно, что труба более большего диаметра будет стоить больше. Это связано и с построением опор, и с техникой безопасности работы на больших трубопроводах. Она тоже... У нас все это по деньгам возрастает. Соответственно, у нас с вами получается как бы две кривые, которые характеризуют наши с вами затраты. То есть первая затрата, то есть первая кривая — это затрата на эксплуатацию. То есть, ну, в данном случае вот она. То есть обычно ее обозначается как CE. То есть затраты на эксплуатацию. Они у нас уменьшаются по сравнению, то есть они у нас уменьшаются при увеличении диаметра трубопровода. Однако есть и другая статья затрат, это капитальные затраты, которые с увеличением диаметра трубопровода увеличиваются. Ну, капитальные затраты, если вы вспомните экономику, я напоминаю, что мы обычно делим на срок службы нашего трубопровода. То есть чем больше срок службы, тем меньше капитальных затрат придется на какую-то одну единицу времени. Ну, они у нас, как видите, возрастают. Ну и если считать так называемые приведенные экономические затраты, то есть когда мы суммируем две вот этих кривые, то получаем кривые, то есть кривую приведенных экономических затрат, которая имеет некий минимум, который соответствует определенному оптимальному диаметру. Этот диаметр и будет оптимальным с точки зрения экономики для нашего конкретного трубопровода. Так вот, для больших магистральных трубопроводов, конечно, такие расчеты проводят. Там, ну, потому что там любые, то есть любое неверное решение, то есть по поводу диаметров, приводит к очень большим затратам. Однако такие расчеты очень трудоемкие и для каких-то небольших трубопроводов, межоперационных трубопроводов, обычно оперируют понятием рекомендуемой скорости. То есть, что такое рекомендуемая скорость? Дело в том, что у нас трубопроводы используются очень часто и очень давно. То есть, у нас накапливается достаточно большое количество экспериментального материала, опытного материала о том, что, то есть, по поводу эксплуатации трубопроводов, их экономической эффективности и так далее. Так вот, все эти... опыт обычно сводится в какие-то справочники, по которым мы можем определить рекомендуемую скорость движения жидкости внутри трубопроводов. Ну, вот я в частности привел такую табличку. Ну, она, вот эта таблица, собственно, из учебника Детнерского, который тоже ее перепечатал из некоторых нормалей, то есть некоторых справочных нормалей для химической технологии. Ну, вот давайте посмотрим, что, вот, видите, например, для жидкости, которая перекачивается насосами, то есть во всасывающих трубопроводах насосах оптимальная скорость от 0,8 до 2,
нагнетательных трубопроводов, ну, видите, немножко другой, от 1,5 до 3 метров в секунду. То есть, фактически расчет оптимального диаметра трубопроводов для небольших гидравлических систем сводится к тому, что мы определяем оптимальную скорость движения жидкости. Соответственно, зная оптимальную скорость движения жидкости и расход через систему, мы можем определить по уравнению расхода наш диаметр. То есть вот уравнение расхода. То есть скорость выбирается как оптимальная. Расход нам известен. Соответственно, мы можем определить диаметр трубопровода. Ну, естественно, в дальнейшем диаметр трубопровода мы округляем до стандартных значений. Потому что, скажем так, трубопровод там 102,5 мм для нас делать специально никто не будет. Ну, вот на этом, что касается расчета трубопроводов, все. Следующая лекция у нас будет посвящена гидравлическим машинам, которые позволяют двигать жидкость по трубопроводам, а именно насосам. Спасибо, что слушали.